наши дорогие зрители, с вами сегодня Лилия Донскова и Дарья Самахина. И мы представим вам видеообзор новинок каталога Oriflame номер 5. Это потрясающий весенний каталог, который нас порадует огромным количеством новых предложений и акций. И начинается каталог с новинки. Это потрясающая тушь, которая дает эффект театральных ресничек с очень необычной кисточкой. И тушь представлена в двух цветах. Это темно-синий оттенок и классический черный. Мы уверены, что вам эта щеточка очень понравится. И сами не терпим уже быстрее ее попробовать. И также представлен новый маркер для стрелочек. Очень необычный. На первый взгляд это очень толстый стерженек, но мы его попробовали. Он так шикарно рисует. То есть тонкая, красивая стрелка получается. И классный дизайн, тоже в малиновых оттеночках. И следующая акция, потрясающая в каталоге, это шарфик. Посмотрите, какой он красивый. Он серо-золотым, с золотым горошком. И на ощупь он невероятно мягкий и нежный. Его хочется, чтобы он был твоим, его хочется носить и чувствовать. И также вместе с этим шарфиком идут такие солнцезащитные очки. Да, померяю. И шарфик. Вот так они смотрятся на мне, то есть можете примерно представить, как они будут на вашей форме лица смотреться. И вот такой вот восхитительный шарфик. Можно вот так сделать? Завязать? Да, прям вот сюда в петлю. Такой перекинуть. И что мне нравится, он такой объемный, как будто бы он немножко сжатый, а вот горошинки золотистого цвета просто здорово подчеркивают, даже твой оттенок рыжий волос просто потрясающий. И, кстати, сразу хочу тебя просить продемонстрировать эту сумочку, потому что она идеально сюда подходит. Да, это из серии Polka Clutch. Кстати, он мне тоже безумно понравился. Во-первых, то, как он выглядит. Он небольшой и он очень интересный, то есть основание его опять же в горошке, а вот эта вот крышечка конвертиком, она как будто под змеиную черную кожу. Здорово очень, богато и стильно смотрится, как клатч. Он не должен быть очень большим, но вот тем не менее. А внутри? Внутри он просто одно отделение, но сюда прекрасно уберется самые необходимые девушке, это телефон, пудра, зеркальце и помада. Думаю, больше всего ничего и не нужно сюда. Из этой же серии, раз мы пошли рассказывать о горошке, в этой серии Polka, откуда у нас клатч, также есть замечательный маленький кошелечек, косметичка. Не знаю, кому как больше нравится называть и применять. Кстати, она прекрасно уберется в этот клатч. Вот, она очень такой веселенький, веселенький наряд. Но вот здесь уже, кстати, есть небольшое отделение. Одно небольшое отделение внутри. То есть, если честно, мне очень она понравилась. Потому что она очень маленькая и очень женственная. Мини-кошелечек, косметичка. Да. И это еще не все. Очень богатый набор Polka. Здесь есть также и для волос. Посмотрите, какие удивительные. Просто очень нежный. Опять же, он очень нежный весь набор. Резиночки для волос в двух цветах. Это белая и такая салатовая, наверное, да? Или как правильно? Да, нежный такой. Белая крупнее горошек и салатовые чуть мельче. Но они обе восхитительные. Больше всего мне понравилось. Это вот эта удивительная заколочка. Она настолько... Бантик. Настолько птичья, настолько она, не знаю, прям как слово-то подобрать, какое к ней. Ну, прям все прилагательные классные, да, очаровательные. Кстати, очень крепкая застежка, прям чувствуется, что любые волосы, даже если у вас густые, хорошие волосы, она прекрасно будет держать, прям, я всегда обращаю на это внимание, потому что, не знаю даже, почему, но далеко не все, когда смотришь в магазинах, застежки мне нравятся у заколок, а здесь потрясающе. Просто я обязательно себе ее буду заказывать. Также в этом наборе идет набор пилочек, тоже очень вот таких веселеньких, три цвета, их тут 6, то есть каждый по 2.
им вот такая вот маленькая, очень удобная расчесочка. Массажная расческа, она достаточно удобная, скажем так, знаете, средней жесткости, то есть не совсем мягкая, но и не царапает кожу головы. И очень маленькая, ее удобно взять с собой. Опять же, мне кажется, если очень захотеть, можно убрать свой этот потрясающий клатч. Так, все, да, у нас? Из этой серии, да, все у нас. Так, ну тогда продолжим. А у нас грядет лето. И что особенно важно летом, это наши ножки, потому что мы скоро оденем босоножки, будем плясать своими пяточками, и поэтому серию, которую выпустили, обновленную по уходу за ногами, она представлена несколькими продуктами. То есть три продукта, это скраб для ног, и ночной увлажняющий крем, и крем-антиперспирант. Я очень люблю такие средства, вообще серия для ног, она настолько вот классно помогает, я на себе все опробовала, потрясающий дезодорант, спрей, который я рекомендую всегда брать с собой в дорогу, потому что если вдруг вы устали, ваши ножки отекли, то вы можете просто достать из сумочки этот дезодорант, и даже если вы в колготочках, то вы можете все равно распылить на ножки, он не оставляет следов, никаких пятен, просто спокойно, он быстро впитывается, и вместе с этим он снимает отек. Просто потрясающая палочка-выручалочка. И сразу после этого ножки становятся такими легкими и воздушными. И два мега объемных тюбика, это два крема для ног, один с арникой и жожоба, а другой с орешками, с миндалем, с маслом миндаля и медом. То есть два крема, один смягчает, другой питает. То есть вы выбираете то, что вы хотите, да, какие получить ощущения своих ножек. И, конечно же, это ванночка. Ванночка для того, чтобы размягчить наши пяточки, чтобы мертвая кожа отошла и уже потом воспользоваться скрабом. Ванночек просто потрясающий, с ароматом лаванды. Это будет не только польза, но еще такой релакс приятный, который поможет вам расслабиться и получить массу удовольствия. Давай для мужчин. Также в этом каталоге у нас представлена потрясающая акция на мужской набор North for Men. Если вы заказываете два любых продукта, то они идут вам со скидкой 50%. Что входит в этот набор? Это гель для бритья. Это новинка каталога. Если у нас до этого была только пена для бритья, теперь у нас еще представлен именно гель, освежающий гель для бритья. Кстати, многие мужчины прям спрашивают именно гель, а не пену. Также антиперспирант представлен в этом каталоге. Шампунь. Потрясающий просто шампунь. Он тоже идет с эффектом ментола, такой освежающий, опять же, вообще вся серия. Чувствуется, когда применяешь, что эффект освежающий именно идет. И также дезодорант. Еще раз повторюсь, заказывайте два любых продукта, и они вам идут со скидкой 50%. Это гораздо выгоднее, чем заказать что-то одно. Также для наших дорогих, любимых мужчин вышел новый потрясающий парфюм. Посмотрите, какой у него шикарный дизайн. Он выглядит как зеленый лепесток и называется Happy Dizziac. Не так давно у нас появился для женщин парфюм Happy Dizziac. Теперь для мужчин. Что входит в состав? Это зеленое яблоко, клубника и лайм. Аромат потрясающий, свежий, такой летний, зеленый и бодрящий. Мы его уже продегустировали на наших мужчинах. Вообще полный восторг. Нравится всем, поэтому рекомендуем, кстати, тоже поучаствовать в акции, потому что при заказе всего на 500 рублей из каталога вы этот аромат возьмете с большой скидкой. Намного выгоднее. Также в этом каталоге у нас потрясающая акция на вот такую подарочную коробочку. Лилия мне поможет. Посмотрите, как она красиво оформлена, да? Даже яркая сама упаковка, сама крышка этой коробки. Очень красиво также внутри. Мне очень нравится, что не просто в коробку положили, а видите, нам еще и разбавили такой яркой красной, да, мишурой. Что же входит в этот набор? Он, кстати, в этом каталоге идет со скидкой, опять же, 50%. И в этой коробочке 7 продуктов. Это потрясающий крем для рук. Один, если честно, из моих любимых. Очень легкая и быстро впитывающая текстура и приятный запах. Также тушь, наша легендарная просто тушь 5 в одном. Она придет нам в этом наборе. Также карандаш для глаз.
Кстати, очень хороший цвет подобран. Это такой сливовый оттенок, он универсальный для любого цвета глаз. Выкручивается, то есть его не нужно точить. Один из таких карандашей. Очень удобный. Закручиваем его обратно. Также идет лак. Лак для ногтей. Тоже из потрясающей серии. Потрясающий наш один из любимых лаков. И цвет, знаете, он такой универсальный. В любом случае, вам не всегда хочется что-то яркое или что-то темное наносить на ногти. Это просто потрясающий повседневный вариант лака. Блеск для губ тоже из серии The One. Тоже очень нежный розовый цвет. Подойдет абсолютно всем девушкам, и вы останетесь довольны. Потрясающий набор мини-кремов. Активный кислород, ночной и дневной крема. Я очень люблю этот крем. Я очень всем советую для нормальной и комбинированной кожи. Кстати, очень удобно брать с собой в путешествие, потому что они такие маленькие, легкие, и с собой на месяцах точно хватит такого объема. Также в коробочке несколько тестеров, пробников. Это пробники дневного и ночного крема Novage и коллаген. Очень здорово, что нам их положили. Можно будет сразу же попробовать эту удивительную серию. И еще в наборе также входят 4 пробника парфюмов. Очень здорово, можно все понюхать и попробовать. И нам приходит в этой коробочке какой-то сюрприз. Продукт-сюрприз. В этот раз нам достался средство против расслоения и для роста ногтей. Кстати, очень хороший подарок. Неизвестно, что придет именно вам, но судя по тому, что пришло нам, в любом случае, это будет очень приятным для вас сюрпризом. Также посмотрите вот этот вот лак, про который я вам говорила. Он прекрасно подходит к нашей новой сумке, которая также представлена в новом каталоге по цвету. Расскажу об этой серии. Сумка, и к ней также идет кошелек. Называется Art Decor. Сумка, просто посмотрите, какие у нее благородные цвета. Она выглядит очень строго и в то же время стильно. Застежка у нее тоже необычная, просто сбегаем вниз. Не просто. Она очень вместительная. Не знаю, я как кто, но я очень люблю большие сумки, которые, знаете, с виду не очень большие. Посмотрите, насколько она вместительная. Здесь также есть карман внутренний на молнии, что очень удобно. И 2 кармана обычных под телефон и еще под какие-то мелочи. Еще также удобно, что у сумки есть и ручка, за которую просто можно держать, и также есть ремень. Можно повесить сумку на плечо. Да, ремень, кстати, можно совсем снять, да, и носить только за ручку. Кошелек. Тоже посмотрите, он, естественно, выполнен в одном дизайне вместе с сумкой. У него очень много отделений, то есть есть на молнии отделение, есть одно большое отделение и очень много отделений под карточки, под визитки, может быть, кто носит. Очень удобный и функциональный кошелек. Так, ну и у нас еще есть одна серия, это наверняка вы заметили. Стоп, я забыла ожерелье. Про это. Также в этой серии входит еще и бижутерия, то есть вот такое вот прекрасное ожерелье, тоже Art Decor, и сережки. Они смотрятся очень красиво и богато, как на мой взгляд. Да, они, кстати, подойдут как под блузку, на платье, на водолазку одеть, под пиджак. Очень богато, так, знаешь, свежо, новая какая-то идея, очень необычный дизайн у этого аксессуара. И, кстати, раз уж мы говорим про аксессуары, то обратите внимание, что она мне тоже необычный такой, даже не могу сказать, ожерелье это, да, очень необычный дизайн. Набор Алекса, в него входит браслет, кольцо, ожерелье такое необычное, как ошейник, и 2 жемчужины завершает. И что мне очень понравилось, это серьги, получается маленькая жемчужинка сверху, а сзади закрепляет большая крупная жемчужинка. Сейчас это очень модно, такие серьги, я давно такие хотела.
И в этой же коллекции у нас есть сумка Алекса, потрясающего цвета, на ремешке, она такая вот прикольная, как мешочек. Но это для любителей жесткого, да, такого, чтобы держала форму. То есть сумка достаточно такая вот, как сказать, тверденькая текстура кожи, но выглядит очень богато и красивый цвет. Супер. Носить только на плече можно. И завершим мы наш обзор новинкой. Это серия Novage True Perfection по уходу за кожей лица. У нас она представлена, значит, держите две кремы. Два крема, сыворотка и крем для кожи вокруг глаз. И в эту серию еще включается очищающее молочко и тоник. То есть это полноценная серия с 25 лет, обновленная в шикарном дизайне. И я рекомендую воспользоваться ей, потому что именно эта серия делает лицо свежим и розовым, что очень актуально после зимы освежить свою кожу, да, чтобы засиять и выйти на солнышко в самом, так сказать, лучшем виде, в лучшем варианте. И забыли еще про одну новиночку рассказать, но я не удержусь, расскажу, потому что мы перед началом съемки ее протестировали, наносили тушь, много нового маркера, вот этого карандаша. Нам было интересно, как же вот эта вот маленькая розовая жидкость справится с макияжем, то есть удалит ли она его совсем или будет сомневаться. Идеально, вот просто вот одним движением, легким движением удаляется все, и тушь, и стрелки, и самое главное, что не остается жирного остатка. То есть вообще потрясающе гладкая кожа остается, и все. Здесь экстракт ромашки. То есть очень здорово подойдет тем, у кого чувствительные глазки реагируют на разные там вмешательства извне. Рекомендуем попробовать, себе возьмем обязательно. Да, Даша? Да. Да. Вот на этом наш обзор закончил. Спасибо вам огромное за внимание. Будьте с нами. До новых встреч. С вами была Дарья и Лилия. Пока-пока. Пока.